Друзья, всем привет! Будем сегодня делать маленькую, но очень полезную самоделку, с которой будет удобно и приятно работать в мастерской. Поэтому надо сделать красиво и качественно. Дальше в ускоренном темпе я предлагаю посмотреть, как я и что буду делать. Так что смотрите видео до конца, а я продолжу изготавливать самоделку.
По итогу у нас получился вот такой вот измерительный инструмент, который поможет и упростит нам разметку. Например, надо нам разметить одинаковое расстояние от края на куче заготовок. Пожалуйста. Или надо сделать разметку по краям для сверления, например. Тоже не проблема. Просто ослабляем винт, выдвигаем линейку на нужную нам длину и пожалуйста. Выглядит самоделка эстетично, сделана качественно, места много не занимает. Разметили что надо, вытащили линейку и убрали куда угодно, а при необходимости достали и моментально собрали. Проще не придумаешь. От вас жду в комментариях ваши мысли на этот счет, годная самоделка или так себе. На этом на сегодня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Желаю всем хорошего настроения, всем пока!